тебе, капитаны. И... В Дискорде мне, кстати, сложнее отслеживать, кто написал первый. В ВРБ это чуть ну, проще. Ну, просто они не должны видеть, наверное, ответы друг друга. Потому что... Ну, тут слава тоже тени, сложно слава с тени, капитанами. Да. Да. Сложно с такого капитанами, не было. Я думаю, потому что не было такого, что сейчас... Чего, блядь? Алексей ответил, да, потому что... Давайте этот... будем больше душить, если... Не страшно. Кто успел, тот успел. Не страшно. Теневой бал это теневой бан, теневой простите, банк. Это по крайней мере не это по крайней мере не просто бан, то есть жить еще можно. Слава, до завтра снимут, забей, такое бывает периодически. На туре, а что за хуйня? Это может быть из-за того, что ты категорию не поменял? Говорят, что его ни в одной категории не видно. Не отображаться в поисках и в категориях, но тем не менее канал живет. Ну такое да, на рандоме бывает периодически. У меня такое три раза было, но у меня это было неделю. Лера, как только ты готова, едем дальше. В любой момент. Давай, Лер. Будет грустная песня, чтобы чат плакал. Угу. Чат библтумпов. Все библтумпов готовьте. Ликетов. Молчи. Не смотри на меня. Вот тебе небо. Звезд, но ни одна не упадет. Пизда, тебе меня забанили. Которого не будет, я докажу, что ты слеп, как и другие люди. Скоро придет весна, прилетят другие птицы, будет ночь нежна, меня ждут другие. Дамы и господа, что, нет узнавания? Никто не догадался, что не, это? Мы просто скайпом слушаем и не хотим отвечать. Я не знаю песню, я не знаю, как песня называется. Это «Луна», «Мальчик, ты снег», я прочитал это в чате. Я знаю только песню, я знаю только группу. Мальчик, я только группу знал. А мы можем использовать это как подсказку? Вы можете, наверное, использовать это как подсказку. Да, давайте, а то мы их никогда не используем никогда. Данная исполнительница написала такую замечательную песню, как «Обнаженной ступней глажу лютики». Ну, мы это не знаем. Разгремела по Твичу очень долгое время. Любопытные песни, честно говоря, не слышал. А может, вопрос к ведущему, можно исполняющему песни, а может быть, вы заранее будете говорить русская песня или зарубежная? Чай, Лёша. А по тексту не слышал? А, раскладочку, чтобы проверить. А, не сразу. Раскладочку, что я, может, так напишу. Напишу. Ты не узнаешь по биту, потому что я играю в камеры. Не, ну по нотам же все равно можно узнать, нет? Я писал подсказку у команды 2 за подглядывание. Ну, в смысле, Final Countdown, он сразу читался, разве нет? Ну прям. Да, это только в некоторых песнях так, но не во всех. Только в двух так будет. Дамы и господа, как только я готов... Мы у нее подсказку взяли, она сказала, что в двух песнях так будет. Ребята, работаем. Внимание, вопрос под номером 5, следующий трек. Снова от меня ветер злых перемен, тебя уносит, не оставит мне даже тени взамен. И он не спросит, может быть, хочу улететь я с тобой, желтой осенней листвой, птицы за синей. Мой самый верный ответ. Проверяй, Паш. Мой самый верный. Отправлюсь за тобой, чтобы путь мне не пророчил. Я приду туда, где ты нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты обретают снова силу высоты. Uh,
И да, правильные ответы были среди первой команды. Алексей, Арина правильно отвечали. Так что очки отправляются к ним. Может быть, он мне поможет. Лавы Пугачёвой, или у кого она тырит свои песни для того, чтобы их исполнить. Появился? Те в теме. Ну, вернулся? У меня правильным ответом в чате засчитывалась Алла Пугачёва, позови меня с собой, но я бы... Да! Да! Дамы и господа, да, готовы говорит, двигаться дальше? Все, Слава, ты не в бане. Фух, ребят! Живем? Ой, да! Поставили, да. Отлично. Предлагают праздновать все в КС-ку! Погнали! Может быть, выходим. Чуть позже. Остался один раунд. Один финальный раунд после музыкального, и можно будет... А давай бы еще музыкальный просто. А еще он будет петь и петь, и мы все танцевать будем, бляс! Кара, давай!